Крош, ты меня слышишь? Где я? Что? Что случилось? Если ты помнишь, мы сели в автобус. Что-то припоминаю. В транспорте нельзя придерживать двери руками. А высовываться наружу из дверей и окон очень опасно. А потом ты начал по автобусу. Потом автобус остановился. Когда едешь, держись за поручень или за спинки сидений. Потом ты начал кричать водителю, чтобы тот ехал быстрее. Ну да, он же ехал еле-еле. Нельзя отвлекать водителя разговорами во время движения. И что же нам теперь делать? Ждать следующего автобуса.